Сходи, там ничего. На цвет верхнего. Вот он тут, что ли? Вот это. Да, да. Темно, конечно, оркестр. Ну... Беззвучно, и все. Что ему надо? Уже. Потом начинает звонить. Все, на беззвучно поставил. Чтобы смотри, чтобы не сбилось. Так. Что? Уважаемые друзья, дорогие новоскольцы! Сегодня для вас прозвучало произведение Айрарама Хачатуряна «Танец греко-раба» из балета «Спартак» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Оскольский сувенир». Руководитель Надежда Шахмакова. Художественный руководитель и главный дирижер
лауреат всероссийского конкурса Василий Моисеенко. Сегодняшняя наша встреча посвящена творчеству лауреата международных конкурсов, артистке и просто хорошему человеку, доброму, страстно влюбленному в свой родной край, в наши чудесные уголки природы, в свою семью, в своих родных и близких людей Надежде Бондаренко. И сегодня она готова поделиться своей душевной теплотой через песни, готова зарядить вас волной позитива, чтобы вы получили удовольствие от творческой встречи и от нашего замечательного концерта. Итак, уважаемые друзья, встречаем Надежду Бондаренко! Надежда, эти аплодисменты тебе! Эти аплодисменты художественному руководителю и дирижеру, лауреату всероссийского конкурса Василию Моисеенко, руководителю Шельмаковой Надежде и, конечно же, дружной музыкальной семье, народному самодеятельному коллективу, оркестру народных инструментов «Оскольский сувенир». Давайте еще раз поприветствуем наших музыкантов. Александра и Геннадия Заволокиных, слова Ольги Фокиной. «Может льдиночка растаять», поет Надежда Бондаренко. Я бы хотела немножечко рассказать,
кратко о себе. Вообще, кто я такая? Может быть, кто-то пришел и не знает, кто здесь выступает. Меня зовут Надежда Бондаренко. Я выросла в маленьком селе нашего Новосольского округа, который называется Васильдол. Росла я в очень музыкальной, очень талантливой семье. Мой папа был музыкантом, он играл и на баяне, на гармонии, на гитаре, на духовых инструментах медных. Ну, он любил это дело и делал это с душой на любом инструменте. Мама всегда была рядом, всегда сопровождала его музыку своим очень нежным пением. Наверное, еще в утробе я это все впитывала в себя, и уже родившись, мне было, наверное, ну, недели две в утробе. Приходилось же зарабатывать родителям на концертах, на свадьбах, и некоторые меня даже держали на руках, пока мама с папой выступят, а я там ждала, когда меня мама схватит на руки и дальше будет воспитывать. Видимо, тогда я это еще впитала и полюбила русскую песню. Потому что всегда в нашей семье, у нас очень большая семья, у нас всегда застолья были, всегда песни, разговоры и песни. Это всегда баян, гармошка, гитара. И тогда еще я начала впитывать все это в себя. И у меня просто не было другого выбора. Русская песня, она со мной вообще с рождения. И куда поступать, у меня даже и вариантов не было там. Поэтому она очень много для меня значит. Но прежде чем поступить в высшее заведение, я, конечно же, пошла в музыкальную школу. В музыкальной школе мне очень повезло, мне попался замечательный преподаватель. Она сидит здесь, в этом зале, Любовь Ивановна Шлигарева. Я очень благодарна вам, знаете, она подвела меня, так сказать, к профессиональной сцене. Она научила меня сценической этике, она научила меня правильно подать свой артистизм со сцены, она научила правильно подбирать репертуар, чтобы я выглядела достойно. Она научила даже элементарно работать с микрофоном, с концертмейстером, с любым, будь то баян или оркестр целый. Спасибо вам большое, Любовь Ивановна. Переливы гармонии сердце каждого тронут, и любой согласится, кого ни спроси, на Руси никогда не умолкнут гармонии. Русь без голоса их, как тропа без росы. Музыка Виктора Захарченко, слова Владимира Балачана. Играй гармонь, душа России. Поет, конечно же, Надежда Бондаренко. Yeah.
песня посвящена была гармонисту, народному артисту России Геннадию Заволокину, памяти Геннадия Заволокина. Так сложилось, что наша семья участвовала в 2009, наверное, году в этой программе «Играй гармонь». Наверняка же все знают, да? Мы участвовали с семьей, играли инструментальный номер, вокальный. И мне очень приятно петь песни Заволокиных, будь то Анастасия или Геннадий, или Захар. Я очень уважаю этих артистов, и поэтому мне очень радуюсь, когда пою их песни. Спасибо, что тоже оценили. Русская народная песня «Тарантасик». Надежда, вас поклонники хотят поблагодарить за прекрасное пение. И еще раз звучат аплодисменты Надежде Магдаленко, оркестру народных инструментов «Оскольский сувенир». История оркестра «Оскольский сувенир» – это история верного и прочного распространения и закрепления на концертных площадках Новоскольского городского округа русской народной музыки и старинных русских народных инструментов. В январе 2009 года на базе детской музыкальной школы искусств по инициативе начальника управления культуры Шевченко Анатолия Семеновича, преподавателя Шахмакова Надежды Михайловны, был организован оркестр народных инструментов, в который вошли преподаватели и бывшие выпускники школы. А с 1 октября 2009 года оркестр становится муниципальным. Куратором и художественным руководителем был приглашен заслуженный работник культуры Российской Федерации Шарабарин Михаил Иванович, который направлял качественную работу оркестра «Правильное звучание». Название «Оскольский сувенир» оркестр носит с сентября 2014 года. В репертуаре коллектива имеет место народная, эстрадная, джазовая и симфоническая музыка. С января 2016 по 2019 год оркестром руководил
Синютин Олег Владимирович. А вот с 2019 года руководитель коллектива, преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования Новоскольская школа искусств имени Николая Ивановича Платонова, Шакмакова Надежда Михайловна и лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры музыкального и инструментального искусства Белгородского государственного института культуры Моисеенко Василий Леонидович. Астор Пьяццолла. Произведение «Обрезиум» исполняет оркестр народных инструментов «Оскольский сувенир». Солист Максим Мясников.
Она даже какой-то
в какой-то период была хитом. Я ее везде исполняла, мне даже казалось, что она мне уже надоела. И вот я Василия Леонидовича попросила, думала, давай вспомним ее. Ее папа мой очень тоже любил, потому что в ней есть контекст такой, с подковырочкой. Я думаю, что вы поймете, когда я исполню, почему она нравилась моему папе. Слова Алексея Маршинского, музыка народная, обработка Игоря Аврикина. «Мы на лодочке катались». Поет лауреат международных конкурсов Надежда Бондаренко. Очень, очень трудно сдержать волнение, даже слушая за кулисами
это прекрасное исполнение, этот голос, который трогает все струны души. И я чувствую, дорогие друзья, что вас также не оставляет равнодушным пение нашей великолепной, замечательной не просто певицы, но и прекрасного человека Надежды Бондаренко. Ну что же, в продолжении концерта нас вновь порадует своей игрой оркестр народных инструментов. Арам Хачатурян, Гапак из третьей сюиты балета Гайне исполняет оркестр народных инструментов «Оскольский сувенир». Дирижер, лауреат всероссийского конкурса Василий Моисеенко. Поет Надежда Бондаренко, концертмейстер Евгений Росликов. Thank you.
песня из репертуара Марты Серебряковой «Не зови». Исполняют Надежда Бондаренко и Василий Моисеенко. Эта песня из репертуара Марты Серебряковой. Это новая сейчас звезда, такая очень талантливая певица. Я услышала мне эту песню и думаю: Василий Андреевич, ну ты же поддержишь меня, ну надо ее спеть, как же не показать людям такую красоту. И он, конечно же, согласился мне подыграть. Как вы уже видите, он мне подыграет на гитаре, он еще очень талантливейший гитарист. Давайте ему поаплодируем. Ради меня. Thank you.
преподавателем, концертмейстером. А сейчас он мне друг, товарищ, советник. Всегда поддержит меня, посоветует. И на мои какие-то безумные идеи, конечно же, идет навстречу. Давайте поаплодируем Ушову. Лалок Шербин. Музыка из сериала «Миссия невыполнима». Аранжировка Ларисы Ковалевой и Василия Моисеенко. Thank you.
Чутьрика времени, 76 лет назад, была одержана победа в Великой Отечественной войне. Казалось бы, надо навечно забыть, похоронить войну, но память не дает этого сделать. Музыка Григория Пономаренко, стихи Виктора Быкова, «Снег седины», поет Надежда Бондаренко. Россия моя, где слова отыскать, чтобы в песне моей о тебе рассказать, о ромашках, озерах, бескрайних лесах, о полях, о просторах
о светлых мечтах. Матвиенко,
слова Александра Жаганова. Спасибо, дорогие друзья, за аплодисменты. Вот почти уже подошел к концу наш концерт. И как на всех моих дружеских встречах всегда мы, ну не заканчиваем, но подходит уже момент, когда нужно петь эту песню. Я хочу, чтобы вы мне помогли ее подпеть. Наверняка ее каждый знает. И если просит душа со мной вместе спеть, так не стесняйтесь, спойте. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем. Вся-то, вся-то пройдет.
пришли люди, те, которые не заставили там, не что-то там принудило, просто люди, которые захотели послушать русскую песню, которые хотели послушать именно меня. Мне очень это приятно. И, конечно же, наступило время очень трепетное для меня. Это время благодарности. Я его оставляла на конец, чтобы не расслабиться, и чтобы мне не потекла тушь. Конечно же, в первую очередь я хочу поблагодарить вот этот замечательный оркестр, вот этих талантливых музыкантов. Здесь даже некоторые мои учителя из музыкальной школы. Я очень вам благодарна. Спасибо. Без вас бы, но не совершилось бы такого концерта. Спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Далее. Огромную благодарность я хочу выразить Василию Леонидовичу Моисеенко, талантливейшему музыканту, дирижеру. Вы знаете, я его узнал очень давно, наши папы дружили, когда мой папа еще был жив, он дружил с Леонидом Федоровичем, вот папа Василия Леонидовича. Поэтому у нас связывают еще и дружеские отношения. Вась, спасибо тебе большое, что ты помог мне сделать такой замечательный вечер в кругу друзей, так сказать. Я очень давно знакомы, и, в принципе, когда мы с ней встречаемся, у меня всегда картина перед глазами, когда она поет в нашем летнем парке на Воскресном в 6 лет, выходит такая маленькая-маленькая девочка, а за ней свита баян, туба огромная и все ближайшие инструменты. И у меня эта картина постоянно возникает перед глазами, поэтому в течение времени мы как-то не общались, когда учились в разных городах, но потом, видимо, вот все свелось к тому, что все-таки да. Значит, я скажу кратко по поводу твоего творчества, твоего выступления. Сегодня в репертуаре, в твоем репертуаре звучала песня, одна, которая входит в список исполнительниц, паромнических исполнительниц Ольги Чарковой. Вот. И в Воронеже об этой солистке говорят, уже давно говорят, еще с ее, и люди старшего поколения, то есть, говорят, Ольга Чаркова – воронежский соловей. Я думаю, что бесспорно никто со мной не будет спорить, если согласятся, что тебя по праву можно назвать новоскольский соловей. Сказать спасибо вот Елене Пупыниной, это наша сегодняшняя ведущая, которая помогла нам в программе, объявляла. Вячеславу Юрьевичу Нажину, Дине Шестакову, которые стояли на сборке, на свете, спасибо большое. Моему начальству, это Светлане Алексеевне Никулиной, Татьяне Николаевне Шевченко, которые разрешили мне выступить с таким концертом. Наталье Николаевне Уханёвой, директору этого замечательного учреждения, тоже в помощь. Она мне очень помогла и с программой, и со сценарием. Спасибо большое, где она, я ее вижу. А, вот она, смотрите. Хотела сказать спасибо всем, кто пришел. Я ценю это, мне очень приятно. Всем моим родственникам, друзьям. Я буду это хранить в своей душе надолго. И, конечно же, я хочу сказать отдельное спасибо моей семье. Это моему любимому мужу, который терпит меня, который... Вот мы творческие люди, вот согласитесь, кто такой имеется? Наверное, здесь тут нету таких. С нами очень тяжело же жить. У нас постоянно концерты, постоянно репетиции, постоянно... У нас праздников дома не бывает, у нас они на сцене. Поэтому, согласитесь, очень тяжело принимать такую жену, которая вечно где-то поет. Не знаю, ты где-то поет. Спасибо большое, мой любимый муж. Я очень ценю, что ты рядом, что ты ценишь мой талант, ты поддерживаешь всегда меня. Когда мне нужно дать пинка, ты мне даешь там. Не расслабляться. Спасибо большое. Хочу сказать моей любимой свекровушке спасибо, что она сидит всегда с моим сыночком, когда опять же у меня репетиции, концерты, все вот эти дела. Знаете, вот все там
обычная свекровь это какая-то злюка. Нет, у меня самая лучшая свекровь. Я очень благодарна и горжусь, что, слава Богу, мне досталась хорошая. Ну и наконец, моей любимой мамочке благодарность. Я же ее напоследок, потому что это самая лучшая в этом зале красивая женщина. Ее нужно напоследок. Спасибо тебе, моя хорошая. К сожалению, не хватает еще одного человека, который мог бы здесь сидеть. Но мы его помним. Я думаю, что он рядом. Он рядом с нами, он все это слушал, и я уверена, что он мне помогал. Спасибо, мамочка. За то, что вы меня такое воспитали. Такую воспитали достойно, я считаю. То, что ты всегда радуешься моим успехам, всегда поддерживаешь меня. Ты моя самая лучшая подружка. Спасибо большое. Вот, смотрите, какая моя мамочка. Что я хотела сказать. Еще раз огромное спасибо всем вам. Низкий поклон за то, что вы неравнодушны к своему творчеству. Спасибо. Я прекрасно знаю, как он дорожил своей дочерью, как он стремился дать все, чем обладал он. Его судьба наделила прекрасными данными. Он играл, Надежда сказала, на всех инструментах, хоть на бедре, хоть на чем. Он прекрасно писал стихи, издал несколько сборников. И при том, творческий человек, одаренный человек, душевный человек. И вот многие качества, которым обладал ее папа, прижились в этой прекрасной, очаровательной дочери. Надежда, творческих удач тебе, оптимизма. Твоя звездочка только поднимается. Еще далеко впереди она будет блистать, светить всем нам. Ну и, конечно, пожелать тебе благодарного зрителя. Аплодисменты. Итак, ну что же, уважаемые друзья, такими теплыми, прекрасными, душу раздирающими словами завершается этот замечательный творческий вечер. Вечер, который нам подарила простая, безумие талантливая девушка Надежда Бондаренко, которая живет рядом с нами, поет, радуя нас своим замечательным, как уже было сказано, соловьиным, да, пением. И нам бы хотелось, чтобы эти такие встречи, такие концерты проходили как можно чаще. Чтобы в зале встречались ваши добрые глаза, руки сливались в приятном, добром рукопожатии. И чтобы со сцены вы получали хороший заряд от песен, танцев, музыки. И, конечно же, артист, видя и чувствуя ваше настроение, также получал хорошие, радостные эмоции. Давайте еще раз поблагодарим Надежду Бондаренко, оркестр народных инструментов «Оскольский сувенир» в лице дирижера Василия Моисеенко. И давайте пригласим сюда на сцену концертмейстера Евгения Росликова, который, как мы видим, составил замечательный дуэт нашей замечательной девицы Надежды Бондаренко. Евгений Александрович!
помнишь, я его очень люблю, Женю Росликова. Он молодец, он мне всегда помогает. Жень, спасибо, я не знаю, где ты, убежал, не убежал. Спасибо твоим родителям прекрасным, что пришли на концерт. Ну что же, а мы от себя пожелаем Надежде и всем нашим замечательным музыкантам творческого вдохновения, как уже было сказано, конечно же, благодарного зрителя, успеха, удачи и новых замечательнейших выступлений.